Самый распространенный вид мошенничества на сегодняшний день – это звонок представителя какого-либо банка. Причем даже часто бывает, мы разговариваем когда с потерпевшими, когда они говорят, да, они даже не знали, в каком я банке, они мне сказали «Газпром», а у меня даже такой карты нет. При этом мошенники спрашивают у него, а какой вы картой являетесь? Он говорит, я являюсь владельцем карты Сбербанка, например. Хорошо, сейчас вам перезвонят. Поступает звонок уже, допустим, не мужчины, а женщины. И говорит, я представитель Сбербанка, и начинает говорить. Но, как говорит нам об этом руководство любого банка, ни один менеджер в банке никогда не запросит ваши персональные данные и персональные данные ваших карт. Это то есть, если они даже знают вашу фамилию и имя, но они не знают номер карты. И ни в коем случае никто никогда не будет спрашивать код с обратной стороны. Его нельзя говорить вообще никому и никогда. Также, в случае, если вам позвонили, и вы не можете по какой-то причине связаться с родственниками, или там убеждают немедленно, прямо сейчас происходит там перевод денежных средств вашей карты, ни в коем случае не надо ничего говорить. На каждой карте, вот я взял кредитную карту, вот МИР карта, вот ГОЛД карта, на каждой карте с обратной стороны есть номер телефона горячей линии, он бесплатен. Можно позвонить по нему и спросить, все ли нормально с вашими картами, счетами, осуществляются ли какие-то переводы. Если нет, то не нужно давать никому никаких данных. Нет ни одного банка, в котором работник которого, сотрудник которого не знал бы ваши данные, у них не было бы этого в базе. Потому что все, когда у вас представляются работниками банка и говорят об этом, это все простое мошенничество.